Дорогие друзья, шиповник собирается в середине осени. Шиповник обладает большим количеством витамина С. Можно заваривать, настаивать его в термосе и употреблять в течение 10 дней. По утрам, по вечерам, вместо чая, как напиток. Можно с медом, можно с сахаром. Очень полезный. Собирать, конечно, лучше его вдалеке от трассы, там, где меньше загазованности, он будет более экологичным. Собирается, конечно, он не так уж легко, так по одному, по два, но вот можно набрать себе довольно-таки хорошее количество. Мы уже немного набрали, так немного собираем всей семьей для здорового образа жизни. После того, как промыли в воде шиповник, его можно расстилать на бумаге чистой, на чистом полотенце. Если есть возможность, в коробочках от конфет, можно вот так вот именно вот его закидывать, и какими-то порциями можно их также брать для того, чтобы заваривать. Ну и условия хранения его должны быть в сухом, понятно, сухом, не сильно светлом месте, сухом, ну не, можно темном, можно не под прямыми лучами солнца его сушить. И таким образом, немного просушив, скажем, неделю-полторы, можно его уже хранить всю зиму. Ну, а также уже сейчас можно его брать и заваривать из него чай. Что мы сейчас и проделаем. Далее мы набираем примерно одну ладонь вот так вот плодов шиповника. Ну, примерно штук 20-25, уже как бы по желанию, по вкусу. И закидываем это в термос. Ну, он в данном случае на литр термос. И заливаем кипяченой, кипящей водой. Только что вскипело. Ну, в общем-то, и все. Закрываем крышкой термос. Через минут 15, а то и 20, может, полчаса. Да чем больше отстоится, тем лучше. В принципе, чай из шиповника готов к употреблению. Желаем вам хорошего, прекрасного здоровья. На самом деле шиповник очень хорошо помогает в лечении с различными заболеваниями, именно какими вы можете найти в других источниках, но он обладает большим количеством витамина С. Поэтому желаю вам хорошего здоровья. Кому оказалось полезным данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго!